Интересный предмет, изогнутый полукругом металлический нож с ручкой, хранится в купеческом подвале Центра музея Ивана Александровича Гончарова. В разной местности его называли по-разному. Где-то сечка от слова «сечь», где-то тяпка от слова «тяпать». Это прототип мясорубки. Таким ножом рубили мясо, овощи, особенно капусту. Продукты складывались в корыто, емкость с округленными стенками разного объема и длины. Корыто изготавливалось из цельной деревянной колоды, а изгиб его дна соответствовал изгибу лезвия сечки, для того, чтобы, максимально увеличив поверхность соприкосновения, ускорить процесс. Корыта были ветловые, липовые, осиновые. Использовали корыто не только для рубки продуктов, но и для стирки, купания. В них месили хлеб, и из них кормили скот и птицу. В перевернутом виде использовали как большую крышку, а зимой крестьянские дети катались в них с горок, как на санках.